Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Доброго вам времени суток! И чтобы вы, наши зрители, уверенно смотрели в будущее, мы решили открыть цикл новых программ, которые и будут вам, родные наши, рассказывать о всевозможных предсказаниях и прогнозах. Пусть это будут прогнозы погодные или финансовые, или еще какие. Короче, наше дело предсказать, ваше поверить. Начнем с прогноза о том, что к 2017 году все население Земли будет верить в прогнозы и предсказания еще на 67% больше. А всяких прогнозистов и предсказателей на душу населения станет в 5 раз больше, чем сегодня. Каждый угол на улице будет оборудован стульчиками и столиками, где всевозможные бабульки смогут напрогнозировать вам все, что хотите, любыми способами. А особенно будут цениться прогнозы синего краба по имени Семен Лазурный. Он будет предсказывать финансовые и спортивные дела. И деда Замзая, который будет предсказывать с помощью телефонного звонка катастрофы и катаклизмы. По нашим прогнозам и тот, и другой будут ошибаться всего-навсего в половине предсказаний. Кроме того, войдет в моду электронный оракул, который будет устанавливаться на мобильниках у всех желающих. Этот оракул будет предсказывать, какие шмотки одеть, а какие снять, а также совместить себе функции свекрови и тещи в одном лице, а также тесте со свекром, ну или стервы жены. В общем, выбирайте все, что душе угодно. Кроме того, в качестве первого прогноза мы считаем, что великое потепление сменится великим просветлением. И вслед за этим, как всегда, предсказанно, но неожиданно, придет зима. На этом разрешите пилотный выпуск закончить, потому что мои предсказания на сегодня уже закончились. Всем всего и еще чуть-чуть для весу. Подписывайтесь на наш канал, приходите к нам почаще, мы вам рады. Всем пока!